На новом производстве выхлопная система изготавливается с хвоста. Сначала нужную форму и модификацию обретает выхлопная труба. Вставляем трубу просто, она сама уже машина гнет. Ну, задаем параметры определенные какие, ну и сложного нет. На втором участке конвейера к выхлопной трубе приваривается глушитель, на третьем – нейтрализатор. Он изготавливается методом закатывания каталитического блока в лист из нержавеющей стали. Это уникальный процесс для российской промышленности. Поэтому эти автокомпоненты соответствуют мировым стандартам Евро-3 и Евро-4, а возможно и доведение до высшего класса – Евро-5 и Евро-6. Та продукция, которая выпускалась раньше, не соответствует вот тем ГОСТам, как это. В итоге вот так выглядит выхлопная система нового поколения. Теперь здесь на ГАЗе запущено серийное производство таких систем. Только на первом этапе ежегодно будет производиться 350 тысяч комплектов в год. Это первая ласточка на ГАЗе, и она реально сегодня дает решение нескольких задач. Первое – это объем производства мы сразу увеличиваем в области практически на 500 миллионов рублей. Почти полмиллиарда сразу. Это первая очередь. Мы только начали. 60 рабочих мест. Это тоже социальная задача с хорошим уровнем оплаты труда. И сегодня «Газель» уже будет получать систему выхлопа отработанных газов собственного производства. Такая выхлопная система – совместный продукт компании «ГАЗ» и ведущего мирового поставщика автокомпонентов компании «Бозал». Такие системы в первую очередь будут ставить на «Газели» бизнес. Здесь мы производим то, что продаем. В июне наши продажи должны составить 8,5 тысяч коммерческих автомобилей. В следующем году событием станет выпуск «Газели Next». С этими системами это будет лучший автомобиль такого класса в России и за рубежом. Годовой оборот компании «Бозал» – 750 миллионов евро в год. Сейчас компания объединяет 34 производственные площадки по всему миру. Инвестиции в этот проект – 160 миллионов рублей с обеих сторон. Но специалисты уверены, за таким партнерством будущее. Не у всех автокомпонентных компаний есть инвестиции на собственное развитие. Поэтому они создают совместные предприятия с производителями. Помимо экономии на инвестициях, автокомпонентщики обеспечены заказами. Сейчас в России работает два производства «Бозал» в Калужской и Оренбургской областях. Это третье. И с оренбургской продукцией мы уже можем выходить на мировой рынок. Главная задача сейчас не расширяться, а улучшать технологии. Не так давно группа «ГАЗ» подписала соглашение на контрактную сборку иномарок, коммерческих автомобилей «Мерседес Спринтер», «Фольксваген Шкода» и «Шевроле Авео». Выхлопные системы для них уже сегодня начали собираться на этом конвейере. Анастасия Рябова, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ.